Здравствуйте, уважаемые партнеры, на связи Ольга Милюк. В этом видео мы верифицируем наш банковский счет на платформе Payoneer. Итак, мы уже зарегистрировались, заказали нашу карту, кто-то ее уже получил, кто-то ее еще ждет. Не волнуйтесь, карта приходит очень быстро. И для того, чтобы нам верифицировать наш счет, чтобы получать платежи с PayPal, Amazon и так далее и тому подобное, мы переходим во вторую вкладку «Receive» и спускаемся вниз «US Payment Service». Нажимаем, у нас открывается страница «US Payment Service». Спускаемся вниз, мы видим, у нас уже открыт банковский счет, у нас уже есть координаты нашего счета. И для того, чтобы верифицировать этот счет, нам нужно пройти небольшой опросник и загрузить документы для подтверждения нашей личности. Так, давайте перейдем в опросник. Нажимаем на ссылку. У нас открывается новая страница. Опросник очень маленький. И что мы здесь делаем? Перво-наперво нас просят указать категорию, в которой мы работаем. Нажимаем на выпадающее меню и выбираем e-commerce services. Далее нас просят указать ссылку на наш магазин, либо на наш сайт, либо на наш онлайн-магазин. То, что мы можем сделать, мы можем поставить ссылку с нашего eBay аккаунта. Итак, как мы это делаем? Я сейчас на главной странице, опять же, моего аккаунта в eBay, я уже верифицировалась, и заходим в левый верхний угол. У нас выходит наше имя, фамилия и наш eBay ID, как нас видят наши покупатели. Нажимаем на него. У нас открывается страница нашего аккаунта, на которую могут переходить наши покупатели и смотреть, какие у нас выставлены товары и так далее. И все, что мы делаем, это просто копируем вверху полностью нашу ссылку и вставляем ее в эту графу. Далее нас просят объяснить на английском, откуда у нас эти платежи, которые мы будем получать. И мы пишем небольшой текст на английском. Этот текст будет под видео, чтобы вы его могли скопировать и вставить. Давайте я его сейчас напишу. Итак, текст очень маленький, ничего сложного. Мы просто объясняем, что мы продавцы, продаем на различных платформах и будем получать платежи с этих компаний. Ставим галочку, что мы соглашаемся с условиями и так далее и тому подобное. Вы можете, даже не можете, а в обязательном порядке нажать на каждую ссылку и прочитать все условия, все порядки, все правила. И Payoneer есть и на русском языке, поэтому вам будет намного проще. И нажимаем на кнопку «Submit and Continue». У нас открывается новая страница для того, чтобы нам загрузить документ, подтверждающий нашу личность. Итак, самая первая категория документа есть другой документ и есть государственный документ, удостоверяющий личность. Выбираем это. Следующая графа для выбора – это что именно за документ мы загружаем. То есть, либо это паспорт, либо это водительские права, либо это какой-то еще государственный документ, удостоверяющий личность. Допустим, в некоторых странах вместо внутреннего паспорта, как в России, есть небольшие как бы карточки с фотографией, с данными его владельца для подтверждения личности. В этом примере мы выберем паспорт. И следующая графа для выбора – это страна, выдавшая этот документ. То есть не там, где вы живете. Если вы живете за границей, допустим, я живу в Греции, но паспорт у меня русский, поэтому я для своего примера, если бы я загружала эти документы, я бы выбирала Россию, а не Грецию, в которой я живу. Где у нас Россия? Вот, допустим, Россия.
Так, вы, соответственно, в какой стране вам выдался ваш паспорт, либо какой-то другой документ, вы выбираете эту страну. Следующее, что нам нужно сделать, мы выбрали все категории, и мы нажимаем на кнопку «Select a file». У нас открывается окно, где мы находим, в какой папке у нас этот документ загружен, отсканированный, для того, чтобы его послать в Pioneer. После того, как вы выбрали ваш документ, у вас засветится оранжевая кнопка «Submit», и вы на нее нажимаете для того, чтобы закончить процедуру загрузки вашего документа. Итак, мы это все сделали. После того, как ваш документ подтвердят, вашу личность подтвердят, как здесь у нас в вопроснике показано «Submitted», точно так же будет показано и в документах «Submitted». То есть вы готовы, у вас все верифицировано, и вы готовы принимать ваши платежи на ваш банковский счет с различных компаний, таких как PayPal, Amazon и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.